Мои дорогие, наступил тот день, когда я еду выезжать. Смотрите, какие у меня большие, огромные чемоданы. Огромнейшие чемоданы. Я как раз успела в 12 все сделать. И йогу успела сделать, и привести в порядок, и с бизнесом, и техники денежные провести. И все-все-все, загрузила все, потому что я там буду работать усиленно. Время не буду терять, потому что у нас очень серьезное такое положение в компании «Престарт». И очень большая работа, поэтому я везу свои и компьютеры, и тетради, и все, что хотите, собралась. И вот этот черный, это подарки все, все подарки. А этот маленький, это мои вещи. Столько собралась, я все взяла, буду там ходить. Все, мои хорошие, мы идем. Пожелайте мне удачи. Я уже в автобусе, сижу на таком месте. Бабулечка рядом. Весь мир перед своими глазами. Буду отдыхать, набираться сил, потому что очень устала дома. Во-первых, все вещи перегладила, перестирала для мужа, все убрала, полы перемыла. С утра это сумки сложила, сложила. Завтрак, позавтракали. Все сделала. Цветы на ту сторону перенесла на один, на большой балкон. Полила, водой наполнила все это, все подготовила. Мавиша поцеловала, самое главное. Сколько дней его не дотрагивалась. Вытащила с клетки, ее поцеловала. Я поехала. Мою родину. Мои внуки уже ждут, и мамочка меня. Наконец-то мы выехали в зону солнышка. Как погода вообще меняется. А что это за фламинго такое? Здесь их выращивают. Может, настроение поднялось. Но я в автобусе всегда хочу спать. Интернета здесь, к сожалению, нет никакого, потому что мы находимся в горах, наверное. Не могу ни вебинар прослушать, не смогла. Все время сплю, друзья мои. Дороги такие красивые, вообще такая красивая Турция. Смотрю, еду, все светится. Смотрите, как красиво в каждом городе. Предлагали нам их использовать. Кофе дали. Даже 2 часа мы остановились на стоянке. И нас напоили кофе. 4 раза уже сервис был, но только 1 раз дали кексик такой. Остальное все просто напитки. И воду дают постоянно. Даже просить не надо. Все время раздает официант. Но сейчас он спит. Лашлам один. Ну что? Кушает лашлам. 4 часа сейчас гирисин. Гирисин. Если смотреть, то трамвай скоро. Посмотрим. Может, раньше, чем 2-4 часа будет на дороге. Пока все нормально.
Наверное, они поехали каким-то другим путем, потому что могу сказать, что я буду 2 часа дня здесь. До Ризе может быть 2 часа, может 1,5 часа. Так что, а я, мои ждут меня, знаете, во сколько? Я сказала, 5 вечера приеду. Получается, что раньше, я думаю, чтобы раньше, потому что не попала я. Здесь аэропорт. Дальше там. Всем доброго утра, мои дорогие. Я нахожусь в Изе, мои чемоданчики охраняет песик. Здесь семитики, знаете, какие тоненькие. Они отличаются от семитов. Видите, какие? Как бублики. Вот такие семитики. Отличаются от мерсинских. Сижу, друзья мои, жду своего автобуса. 8 часов у меня автобус. Через полчаса. В отличие от Мерсина, здесь вокзал вот так выглядит. Старенький все. Я всю дорогу проспала, доехала хорошо, можно так сказать. Ну, проспала всю дорогу. Меня ждут мои 5 часов, а я приеду, наверное, раньше. Ну, что тут 1,5, наверное, 2 часа ехать, я не знаю. Такие вот дела, мои дорогие. Вот так вот собачки здесь лежат, как хозяева. Смотрите, какая очередь на границе к Сарбии. Трайлеры по несколько дней стоят. Не заканчиваются. Стоят люди. А вот и Сашби, готовый привет. Не верится. Приехала я, друзья мои. Благодарю Бога и Вселенную. Как здесь переполнено. Все, выгружаюсь. Мой мамин хот-дог. Приехала я. Видите, мама, как мне с майонезом, с сосисками. Все расскажу попозже, как я устала и доехала. Сейчас я вот, представляете, занимаюсь бизнесом. Даже сейчас мне не дают партнеры сидеть без дела.